Вопрос. Матерь мира, у меня еще в начале 90-х сложилось такое впечатление, что человеческие души – это сама божественность, как бы заглядывающая через некие светящиеся точки-окошки в мир своего материального творения. Правильно ли это? Или есть более точное объяснение? Ответ Матери мира. Каждая душа – это духовная субстанция. И наработка жизненного опыта происходит благодаря воплощению души в плотном теле. Существует коллективное бессознательное. Его можно назвать накоплением вездесущего разума. В процессе творения вся информация накапливается и откладывается в акаше. Все души – это дети Матери мира. Когда самосознание станет совершенным, все сольется в единую гармонию золотоносной вечности Софии Премудрости. Вопрос. Есть ли смысл у древнего представления, над которым смеялись ученые-ортодоксы, что Земля стоит на трех китах или слонах, на океане, на черепахе? Может, за этими символами сокрыта реальная суть? Ответ Матери мира. Этот символизм на самом деле более соответствует действительности, нежели то, что Земля шарообразная и вращается с огромной скоростью вокруг гигантского Солнца. Вопрос. Есть выражение? Важно постичь не многое, а главное. Что самое главное из всего? Ответ Матери мира. Главное – познать самого себя. А внутри каждой души сокрыта истина. Сегодня важнее познания премудрости Софии нет ничего более важного. Вопрос. Уже в описании жизни Будды Шакьямуни говорится об его учениках, бодхисаттвах, отличительным свойством которых было сострадание. А теперь, тем более это качество должно отличать учеников Матери мира, твоих последователей. Ведь ты есть предсказанное самое высшее явление бодхисаттвы Будды Майтрей. Ответ Матери мира. Да, должно отличать. Вопрос. Надо ли возвещать кому-то духовный факт, если человек все равно не сможет его проверить, убедиться, нет зрячести, или он может прозреть позже? Ответ Матери мира. Необходимо сообщать только тому, кто в состоянии это вместить. Вопрос. За передачу света темные мстят, то есть это гонение, страдания. Кто не страдает в этом мире, не передает свет? Ответ Матери мира. За открытое знание всегда приходится отрабатывать карму. Ибо разглашать сокровенное знание в мире материи запрещено. И тот, кто на себя брал такую ответственность, всегда подвергался большим страданиям. В это последнее время явленная Калки аватара Матерь мира Мария Деви Христос принесла сокрытое знание тем зрячим, кто готов идти за ней в мир света. Иначе собрать свое воинство света и научить премудрости не представлялось возможным. Вопрос. Как происходит телепортация? Ответ Матери мира. С помощью открытых порталов, ибо мир фрактален. И все великое находится в малом, а малое – в великом. В античную эпоху телепортами пользовались многие. Триумфальные арки, пирамиды, кафедральные соборы служили порталами для перемещения в иное пространство. Вопрос. Если можно заглянуть сознанием в прошлое и будущее, значит, они уже существуют? Физическое время тоже принадлежит иллюзии?
Ответ Матери Мира. Время существует только в физическом мире. И у всех оно субъективное. В духовном царстве времени нет. Там царит вечность. Сквозь вечность, как в линзу, можно разглядеть любую пространственно-временную данность. Ибо настоящее, прошедшее и будущее сомкнуты в одно. Вопрос. Как человеку перестать умалять тебя в своем сознании? Как преодолеть закрытость? Ответ Матери Мира. Матерь Мира умалить невозможно. Вопрос. Читала у эзотериков, что в теле находятся животное, человеческое и божественное души. Так ли это? Если это так, как понять изречение Иисуса Христа? Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Евангелие от Матфея 16:25. Ответ Матери Мира. У каждого одна душа, а уровней множество. Есть души высшего порядка, есть демонические, есть големы, бездушные. Если человеком управляют животные инстинкты, значит душа его еще закрыта, либо человек находится на среднем уровне. А вероятнее всего, некий подселенец толкает его на низменные поступки. Иисус Христос, обращаясь так к своим ученикам, имел в виду, что без веры в Него пытающиеся спастись не спасутся. А тот, кто отдаст себя целиком вере и служению Богу, найдет спасение, даже если умрет ради Христа, то обретет новую жизнь во Христе. Вопрос. Читая световые формулы для гармонизации сознания человека, последовательность абзацев, которые идут по буквам алфавита, постоянно возникает мысль, почему так и обязательно ли нужно при чтении произносить так, как написано? Мама, объясни твой замысел в этом. Ответ Матери Мира. Если ты читаешь то, что дано Матерью Мира, то изменять ее слово нельзя, ибо это слово Матери Мира. Световые формулы написаны в порядке, способствующим постепенному отождествлению себя с произносимым словом и раскрытию высшего уровня сознания. Алфавит использован для удобства упорядочивания формул. Вопрос. Есть выражение «Если хамству позволить, то оно заполонит собою весь мир». Как его останавливать на практике? Ответ Матери Мира. Хамство нужно пресекать всеми возможными способами. Вопрос. Без духовности люди всегда разделены. Без принятия Матери Мира нет единой объединяющей силы, идеи, общности одного человечества. Нет основания, на котором можно было бы объединиться. При таком положении дел, наверное, лишь крайняя опасность пробудит землян. Ответ Матери Мира. Темные, по принципу «разделяй и властвуй», разобщили всех землян. Матерь Мира собирает белые полки воинов света в условиях глобального прессинга. Когда завершится апокалипсис, черное отделится от белого. Тогда человечество объединится по духовному принципу. Вопрос. Существует ли на самом деле проблема, которая рассматривалась в сюжете известного фильма «Махакали» относительно сдерживания яростной силы Парвати Махакали? Или это касается только человеческого воплощения? Например, в образах последователей и учеников, когда трудно справиться с гневом, неконтролируемой эмоциональностью. Ответ Матери Мира. Авторы сериалов всегда используют художественный домысел. Поэтому все принимать как показано неверно.
Верховная Божественная Личность, даже в образе Махакали, владеет всеми своими силами, а земные сущности еще не научились сдерживать гнев, злобу и ненависть. Отсюда все беды в мире. Вопрос. И вот крестом горю под ливнем, кровавой молнией небес, чтоб мертвый ожил, а слабый сильным стал наконец. Сакральная поэзия Матери мира, 1996 год. Когда слабый становится сильным? Ответ Матери мира. Эти понятия относительные. Сила проявляется и в слове, и в деле, и в духе. Чтобы стать сильным, нужно воспитывать в себе силу воли. Сильный – это тот, кто идет до конца пути с уверенностью в успешное достижение цели, а также тот, кто умеет стать щитом для других, тот, кто выдерживает любые напряжения и боли, испытания и уроки жизни. Критериев немало, но основная сила в духе. И если дух крепок, то можно выдержать любые трудности. Сильным становятся в момент ответственности за судьбу своих ближних, понимая, что защитить их более некому. Или же, когда обретается сила воли, крепкое здоровье, духовная цельность. К примеру, Карл Маркс писал, что сила женщин в ее слабости. Вопрос. Как будет измеряться храм? О чем было сказано в 11 главе Откровения? Или уже измеряется? Ответ Матери мира. Храм будет измерять тот, кому Матерь мира это доверила. Тебе это зачем? Главное войти в этот храм и стать верным служителем истины. Вопрос. Чтобы что-то передать, обычно нужно это самому иметь, принять. Как это относится к твоему дару спасения, защиты? Передающие сами должны быть защищены, или это не всегда обязательное условие? Через безверного человека разве может передаваться свет? Ответ Матери мира. Но это же понятно, что передать может только тот, кто имеет что передать и чем поделиться. А защиту получает только тот, кто предан и верит в Спасительницу. Вопрос. Сказано, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Какое значение имеют такие слова сейчас, в дни завершающегося апокалипсиса? Ответ Матери мира. Прямое. Имеющий веру и знание обретет царствие света, а безверный и невежественный утратит все. То же касается и бережливости. Кто собирает, а не расточает, тому будет дано, а кто расточает, у того отнимется и то, что имеется. 19 декабря 2022 года. Виктория Преображенская из книги «Чудо познания».